жизнь замечательных людей. Как известно, Дмитрий Иванович Менделеев свое великое открытие, периодическую таблицу элементов, сделал во сне. Видимо, у него в организме сильно не хватало витаминов и микроэлементов, особенно по ночам. Кто здесь? Не беспокойся, Дмитрий Иванович, все хорошо, все спокойно. Что хорошо, если мне каждую ночь снится одно и то же? Периодическая таблица имени меня. Это кошмар какой-то. Ну хорошо, увидел я ее первый раз во сне, опубликовал. Хватит! Это ж когда было, а нам все снится, мне снится, все мне снится. Эти строки, столбцы, цифры, это с ума можно сойти. Не беспокойся, милый. Теперь тебе по ночам буду сниться только я. Хочешь? Не знаю. Я тебя еще не разглядел. Ну, допустим. А ты кто? Я единственная твоя. Прими меня, Дмитрий, такую, какая я есть. Нет! Нет! Да! Да! Чур! 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 Чур!